Всем привет, с вами я, Хак Форева, и сегодня мы играем на Покефайнде. Дело в том, что для этого сервера выпустили обновление, и сегодня я попробую рассмотреть их всех, так что давайте начнем. Ну, больше тут будет заспойное видео, так как я как бы не читал у них в Твиттере, что они все-таки добавили, что удалили. Ну, вот это здание уже было, да? Это Файндерия, это место, где надо ловить покемонов, ну то есть где их больше всего. Но тут покемоны очень не топовые. Сейчас мы пойдем ловить каких-нибудь топовых покемонов, какой-нибудь жопу мира. Как мы видим, я уже 6 уровень трейнера, и я в синей команде. Вроде бы я в команде мистиков, да. У меня есть Панита 17 уровня. Это считается топовым персонажем. Сука. Ладно, мы играем против Пиджи. Да, это немного эффективно. Ой. Не, даже не просто эффективно, это очень эффективно. Пока, Пиджи. Продолжим наше путешествие. Мы только что убили покемона. Что нам дали? А, ультрабол. В общем-то, мы пойдем в ту сторону, потому что там больше всего этих существ. В смысле, это прям... Ладно, время поймать редкого покемона. Рейдж. Да. Я хочу поймать редкого покемона, потому что Таврос, он... Вы не представляете, насколько он... Кстати, добавили вот эти вот тупые токены. Я не знаю, где их добыть. Сейчас я даже напишу в чат. Ах, блин, не успел. How to get tokens. Так, теперь мы можем... Шел бы ты отсюда. Мои паниты слишком мало хп. Прости. Сученыш. Добавляем сюда Гроутила, который ничего абсолютно делать не может. Ну да, его сейчас убьют. Да, чего и стоило ожидать. После этого мы сразу же пойдем в покемон-центр. Я не знаю, какой смысл мне использовать вот это вот говно примата, но для того, чтобы я мог кинуть покебол, это довольно эффективно. Нет, вот дитя, вот. Почему ты не сразу так? Ладно, мы поймали довольно редкого покемона. Спавн. В смысле? А, спам. Спавн. Вот он, наш покемон-центр. Давайте запустим наш ПК. Я хочу убрать всех ненужных мне покемонов. Типа вот это вот отстоя. Нет, для начала давайте я вылечу своих покемонов. Здорово. Эх. Давайте. Лечитесь, маленькие суки. О, оказывается, только поймал обычный покебол. Так, отлично. Теперь нам снова заходим в PC. Можем убрать его. Чего вы не убираетесь, сука? Да блин. Может, вы засунетесь в этот сраный ПК? Я не понимаю. А, ну отлично, мы можем делать замену. Ладно, соберем себе армию покемонов. Это старая Панита, в ней нету ничего интересного. Кого мне еще взять? Normal Flying. Вместо Энкоса. Отлично. Теперь мы можем их по-быстрому заинкрисить. Здорово. Давай. Да, тут обычных покеболов нету, потому что вот этих двух я ловил в ультраболы. Что ж, пошли исследовать этот мир покемонов. Я не буду ловить вот таких вот тупых покемонов, потому что они отстой.
Я хочу найти себе какого-нибудь редкого, типа драузера. Это что, пиджота? Не. Мяуто. Вот этих покемонов нету ничего особенного. Potion Revive. Второй уровень, седьмой уровень. Но это лично ультрабол. Даже два ультрабола тут. Драузи. Понизу 17 уровня. Кстати, у него хп восстановились, да? А, ну да. Теперь мы можем спокойно идти в покестоп. В общем-то, ничего полезного там мы все равно не найдем. Я все еще не знаю, как добыть токены. Отлично. Я не знаю, как добывать токены. Но зато я нашел новый покебол. From Gym Rewards. Блядь. Ненавижу джимы. Это самая ужасная вещь в покемонах. Лучше играть в этот. На сервере ночью, так как ночью играют все остальные дауны. Поэтому покестопы будут очень легкими. Нет, зачем я сюда пришел? Надо идти в самый низ этого мира, чтобы найти себе редкого покемона. Давайте зайдем в центр, вдруг я там какой-нибудь даунский покемон. Ну. Хакер, там, идите в жопу. Лучше бы я ушел оттуда. Мне как-то нет, не нравится то место. Ага. Продолжаем наше похождение. Пиджей. В жопе застряла доска Уиджей. Ладно, нам Пиджей не нужен, нам нужен и либо Драузи, либо Таврос, либо Панита 18 левела. Потому что моя 17-го. Хотя нет, знаете, сколько вот у этой вот киллов? Я, пожалуй, не променял бы ее ни на что. Кстати, почему Мистик? У него так это написано. Так. То есть, у меня есть редкий покемон. А, кстати, какой он по редкости? Нормальный? Ну, это обычный, то есть, покемон. Блин. То есть, легендарный у меня только Grow Title, Панита, Драузи и Вульпикс. Хотя единственное их... О! Что-то нормальное. Время убить покемона. Атакуй. Ну, конец покемона настал. Он как бы отсюда уже не выйдет. Все, конец. Критический удар. 54 экспириенса, 54... А, нет, наверное, все еще 17-го. Попробуем кого-нибудь завалить нашим Тавросом. Только надо найти кого перед тем, как валить его. Потому что валить никого это... Это просто вот так вот я его кидаю, он появляется. Да, на сервере он появляется довольно редко, поэтому можно считать его за хорошую добычу. Но... Да, несмотря на чужих покемонов. Сейчас я спрошу, how to evolve. Вроде бы в новом обновлении добавили такую функцию. Но я не знаю, как. Как бы я не читал, чё там, чё как.
Мы можем идти дальше. Дальше там какая-то атомная электростанция. А, нет, это просто камни. Leveling stones. What stones? Окей. Или трейд на уровне 10. Поздравляю я вот этих вот чуваков. Они просто дали мне офигенный адвайс. Ой. Добро пожаловать в пустыню, my friends. Но я думаю, здесь ни хренашеньки нету. Ну, мои, в общем-то, ожидания оправдались. Так что пошли отсюда. Мы подальше. Блин, я хотел записать ролик на бродилке, но потом передумал из-за того, что зашел, видел там хелпера, сразу такой. Все, я даже не собираюсь. Я, короче, не люблю этих хелперов. Вот серьезно, прям. Не знаю. Как-то у меня с ними не складываются отношения. Вот ночью туда заходить одно удовольствие. Ни хелперов, ни обычных игроков. И вот, когда заходишь туда в любое другое время, то хрен тебе, блин. Суют тебе хелперов в рожу и миллион игроков. О, давайте купим что-нибудь на наши натраченные деньги. Так, привет. How to get X? Ну, конечно, донатьте, сука. Максимальный ревайв. Ревайв. Максимальный поушен. Хайпер поушен. Ультрабол. Знаете что, вот. Готово. Мы продали кучу покеболов. В общем-то, добро пожаловать на берег. Тут должны быть покемоны, как я знаю. То, что плеерам просто лень идти в воду, в общем-то. Сайдак. Апсайдак. Не. Надо найти или джим. Или что-нибудь другое. Но джим явно не тут. Джима. Да, Джима здесь нет. К сожалению. Хорси. Иди паси. Не-не. Саша, давай Тапрос против тупого. Scary face. Твистер. О, ох, какой большой урон он нам нанес. Атак. Нормал атак. Хорн атак. А, ну молодец, он, в общем-то, снес ему довольно много. Главное сейчас не промазать. Просто не промажь. Молодец. Еще одна победа за нами. Мы можем продолжить наше приключение по миру божьему, покеможьему. Ладно, короче, я вообще без понятия, где я сейчас нахожусь. Или типа я иду ищу карту. А, в смысле, так, ранее надо. Давайте, короче, воспользуемся тракером. Где он? Тракер покемон. И покедекс. Покетракер. Поливаг и слопок. А, покедекс. Покедекс. О. То есть это мои покемоны, да? В смысле? А, ну да, я с ним сражался в этом, как его, в этом, в центре битв.
Конечно, я бы не стал убивать бедного пикачушника, он же редкий, как... Как хрен его знает что. О, отлично, мы нашли карту, это прекрасно. А, мы находимся в жопе мира. Покефайнд. В общем-то, недалеко мы ушли от спавна. По пути лучше сражаться, потому что чем больше ты сражаешься, тем больше крутым и становишься на этом сервере, тем больше твой приоритет. Бог ты ж мой. Это, надеюсь, критический? Да, это критический. Если бы это был его нормал удар, то я бы вообще офигел. Потому что я бы его попросту не мог выиграть бы. Опс. То самое ощущение, когда ты допускаешь ошибки. Да, вперед. Тестируем его. Ой. Confusion. А, ну отлично, мы его уничтожили. Ты получил 11 левел? Нет, не получил, молодец. Теперь ревайв. Где он? Блин, я продал несколько из них. Ревайв. Панита. Поушен. Панита. Заметьте, мы все равно не восстановили ей целые хп. И, во-первых, аджим наверху, да, забыл. Надеюсь, тут нету этих даунских Пикачу, Пукачу. Да, ну, конечно, тут будет не Пикачу, а куча мега-покемонов. Как же неожиданно. Хотя бы Пукачу нету. И то хорошо. Так. Пляшем дальше. Мне кажется... А, нет, вот, проход. Гуляю по миру. Мне кажется, мне стоит сваливать отсюда. Цветы огромных размеров. Странная какая-то местность. Пустая дорога. Лучше бы я совершу поворот и увижу слоупока, чем продолжить идти по этой дороге. Давайте убьем слоупока, я не знаю зачем, бедный слоупок. Тебе многое предстоит пережить. Представила. Да, предстояло. Прости, слоупок, но твое время пришло. Ну а вы что подумали, я же не буду убивать его. Это же самый лучший покемон, все такое. Он показывает, что такое почта России. В общем-то, с вами был я, Хайфрэва. Подписывайтесь, ставьте лайки. Стрим будет скоро. Ну, не 5-часовой, а маленький такой. В общем-то, всем удачи, всем бай-бай.